Ежи был шаман, а Петруччо — революционер. А Ежи был просто шаман. Ежи шаманил, а Петруччо сидел в тюрьме. Он сидел долго, его не выпустили. Ежи выпустили. Однажды. Ежи купил бубен. Бубен был хороший, большой, а Ежи маленький. Ежи был маленький, а бубен большой. Ежи пошел в тюрьму. Видит Петруччо. Ежи пришел в тюрьму, а там Петруччо. Тут Ежи стал шаманить. Петруччо не понравилось. Пока он бил в бубен, Петруччо произвел революцию. А Ежи был просто шаман. Ему было тяжело шаманить. За это не платят денег, а Петруччо платит. Петруччо сел в тюрьму и получил деньги. Но тюрьма была большая, а Петруччо маленький. Петруччо был маленький в этой большой тюрьме. Был один маленький Петруччо, больше никого не было. Один маленький Петруччо на всю большую тюрьму. «Революция!» — кричал Петруччо, но его не слышал никто. Только эхо его слышало. А Ежи? Ежи прыгнул с бубном и улетел. Прыгнул с бубном и улетел. Когда-то Ежи тоже был революционером, но бросил. Ежи бросил курить, пить, говорить, смотреть, чувствовать, думать, падать, ходить. Он бросил даже бубен и улетел. А Петруччо не знал. Петруччо занял телеграф и не знал об этом. Петруччо не мог понять, зачем он занял, пока ему не сказал Ежи. Ежи пришел и дал телеграмму. «Какого? Ты телеграф занял?» А Петруччо не знает. Выгнал его Ежи с телеграфа. Ну, на этом все и закончилось. А дальше? А дальше лес, река, поле. Поместье было там. Ежи был помещик, а Петруччо батрак. Петруччо пахал долго, сеял. Крестьяне любили Петруччо. Бывало, выйдут в поле и кричат: «Петруччо, дай нам хлеба!» А Петруччо пашет и молчит. Стал красный. Столько силы у него было, что Петруччо стал красный. А Ежи белый. И вот Петруччо был красный, а Ежи белый. Они не знали, как делить землю. Петруччо пахал, а Ежи смотрел. Потом война была. Крестьяне не любили Ежи, а Петруччо любили. Но Ежи все равно победил. Почему?